Страны Бухарестской девятки осудили агрессию РФ против Украины. Страны, участницы Бухарестской девятки Б-9, осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны Российской Федерации. В НАТО отмечают, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям. Об этом говорится в резолюции по итогам саммита Бухарестской девятки Передает Юрактив: Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке, говорится в резолюции. Также B-9 осудили акты саботажа со стороны России на территории НАТО, о чем свидетельствуют взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии. Напомним, сегодня 10 мая прошел саммит B-9 в видеоформате. Участие в нем также приняли президент США Джо Байден и генсек НАТО Йонс Столтенберг. Ситуация в Украине являлась одним из вопросов, рассматриваемых во время саммита. Отметим, в Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО. Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.